Всем привет, меня зовут Аня, спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я хочу снять такой модный нынче челлендж 100 слоев. Я хочу сделать 100 слоев геля для бровей. Ну, по мне, наверное, видно, что сейчас бровей у меня не особо много, и я люблю много, поэтому, в принципе, для меня это даже будет какой-то прикольный опыт. Посмотрим, что станет с моими вот этими двумя козявочками через 100 слоев. В своем ролике буду использовать вот такой вот гель для бровей нашей белорусской марки Relui Fix & Color. Ну, в принципе, я думаю, здесь особой разницы нет, какой гель использовать, поэтому попробуем с этим. Ну что, поехали! Так, нанесем первый слой. Наверное, первый слой особо ничего не даст, хотя он достаточно такой яркий. Ну, как бы первый слой есть. Блин, плохая была идея взять именно этот гель для бровей, потому что он, ну, он на самом деле очень сильно красит. Два. Я сажусь в вагон и покидаю вами луны. Растворился сон, а голова как поролон. Сердечный метроном. Можете посмотреть на моих бровях. Уже 10 слоев. Я уже такой Брежнев. А чё, в принципе, такой графичный, яркий макияжик. Вот эта бровь мне прям даже нравится. Такой естественный, очень клёвый эффект. Вторая бровь получилась какой-то дугой. Ну ладно, попробуем, что будет дальше. Посмотрим. Можете посмотреть, это уже 25 слоев геля для бровей. Я даже не знаю, на кого я сейчас похожа. На какую-то чупакабру. Но, в принципе, форма практически моя. Практически. Но это всего 25 слоев, ребят. Ну что, погнали дальше? Я сажусь в вагон и покидаю ванны луны. Растворился сон, а голова как поролон. Сердечный метроном стучит колесом в унисон. Ребята, это 50 слоев геля для бровей. Господи, ну куда уже гаже? Я просто не представляю. У меня впереди еще 50 слоев. А у меня, если честно, уже от этой щетки колючей очень жжет брови, и такое ощущение, как будто, я не знаю, перекиси водорода мне налили на брови. Форма превращается в каких-то два кусочка бородинского хлеба. Просто, ну, блин. Но зато очень гармонично смотрится с моими стрелками. Как вам? Зацените, напишите в комментариях, подходит мне такой образ или нет. Можно делать фотосет. Мне кажется, очень даже неплохо. Ладно, встретимся с вами примерно на 75-м слою. Кольцами анаконды. Под эти аккорды начало пылать. Начало пылать. Пламя около. Пламя около. Начало пылать. Начало пылать. Пламя... Так, вашему вниманию я представляю 75 слоев геля для бровей. Relui. У меня нет слов. Он просто красит, и если не подождать, он снимает кусками все, что есть. В итоге тут какие-то... Мне уже, если честно, даже бровями так вот двигать тяжеловато. Типа, все танцуют бровями, я танцевать уже не очень могу. Ну, короче, это 75 слоев. Мне осталось, в принципе, всего ничего. И прошло по времени примерно полчаса. Ну, на самом деле, это, слава богу, не самый длинный
челлендж, который можно было исполнить. Ну, собственно говоря, не знаю, как вам результат, мне очень нравится. Палочка стараюсь подправлять, чтобы форма была хотя бы немножко похожая на нормальную. Но, честно говоря, по-моему, это все бесполезно. Как вам? Туманный Лондон. Сигареты бьются кольцами анаконды. Под эти аккорды начало пылать. Начало пылать. Это сделала! Это, мать его, 100 слоев геля для бровей. Просто какой-то кошмар. Ну я не знаю. Ну, собственно говоря, вот так вот выглядят 100 слоев геля для бровей. Я не знаю, надеюсь, вам понравится этот сумасшедший дурацкий ролик. Ну, на самом деле, мне было прикольно смотреть ролики всяких блогеров про брови, про ногти. Понятное дело, что их сейчас слишком много, но посмотрела, что с бровями пока что их не так много. Я подсмотрела вообще идею у Марии Новосад. У нее на самом деле, тоже достаточно широкие свои брови, и это выглядело, конечно, очень прикольно. По ощущениям такое чувство, что вот мне сейчас намазюкали хны, причем так добротно, напецкали на лицо, точнее на брови, и, ну, мастер был не очень хороший, который решил такой, а ну формы как будет, так будет, недельку походишь, все сойдет, на волосках останется. Ну, собственно говоря, примерно так я себя ощущаю сейчас вот с этим вот. Мимика еще сохраняется, но они еще пока просто не сильно подсохли, потому что жидковатый слой еще сверху какой-то есть. Но выглядит отвратительно, зато теперь я могу сказать, что я достаю ресницами до бровей. В общем, спасибо большое за то, что посмотрели этот ролик. Спасибо за то, что остались со мной до конца. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада и признательна за то, что вы это сделаете. Мне будет очень приятно. В общем, надеюсь, я подняла хоть как-то вам настроение. Мне кажется, что это, по-моему, очень мило. Вот, пойду сфоткаюсь на заставочку. Вот, все. Всем еще раз спасибо. Всем пока. Воу! Отлично смывается, я вам скажу.